прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли, класс. Он накручивает соперников одного за другим.